Это первое место. Второе место. Верхний Ефрики Волга, 5 микрорайон, причальная стенка. С 0 часов до 18 часов 19 числа. Нижний Ефрики Волга, загородный клуб «Атмосфера», район Старой Пристани. Значит, данное мероприятие будет проводиться, время готовности с 9 часов утра до 18 часов вечера 19 числа. И четвертое место будет организовано на территории мужского монастыря Село Криволучье Сура Быково-Фатолского муниципального образования. Там будет с 10 до 11, 19 числа освещение воды и с 11 до 18 будет организовано омовение купания. Обращаю средства массовой информации на следующий момент, что район бассейна Дельфин, это там у нас организовано купание моржей, на текущий момент по омовению задействован не будет. На настоящий момент для мероприятий, связанных с моржеванием, закрыто и огорожено турникетами. Доклад закончен.